Всем привет, меня зовут Ирина Пасюк, и мое сегодняшнее видео это обзор заказика по новогоднему 17 каталогу на 321 балл. Это только для меня, не для клиентов, для меня и подарочки, буквально небольшие подарочки моим близким. И первое, с чего я начну, наверное, не с новинок, а с того, какой у меня макияж выполнен, потому что вы часто задаете вопросы, что я использовала. Сегодня утро, началось утро, я решила попробовать мои новые карандашики, которые я себе приобрела. Приобрела два оттенка, вот такие вот бронзовый и синий. Я свотчи сделала 4, потому что у меня уже вот эти два золотистые и бордовые у меня были. И все, и опять получился вечерний смоки. Вот это вот у меня была вообще любимка. И когда вы спрашивали, какая у меня помада такого красивого цвета, что я делала? То есть я брала помаду красиво насыщенного винного цвета, и контур я делала вот этим карандашом. Также я основу, базу делала вот этим цветом, и получалась классная гамма. Поэтому этот карандаш у меня must have, и, наверное, я бы его еще приобрела, конечно же, но потом я выкрутила, посмотрела, там его много, этого продукта. Взяла дополнительно еще два вот таких оттеночка. Никогда не используйте эти темени как самостоятельный продукт. Они заиграют волшебным образом, то есть наносите сначала оттенок. Вот, например, я сделала коричневый, вот здесь оттенок продублировала, синий в центр, здесь протушевала и наложила непосредственно на них эти же оттенки, например, тенями Джордани, и растушевала бежевыми тенюшками. Такой оттенок получился. И еще вот такую новиночку. Я никогда не пробовала карандаш Verimi. Вот такой, да, думала, ну как-то неудобно им наносить оттенок. Внутреннюю часть, внутренний контур подвела вот этим. Классно подводит! И почему я до сих пор не приобретала этот продукт, я не знаю. Также я немножечко протушевала уголочек, и потом тенюшками сделала легкую растушевку, протянула. В целом мне карандаш понравился, удивил. И еще раз, почему я его не брала, не знаю. Но вот как-то я думаю, что этот перерастет в мои любимки, так как и вот эти два карандаша пойдут у меня как базу, когда я буду делать смоки. И, наверное, такой макияж я повторю, сделаю как новогодний. Итак, вот он мой заказище на 321 балл. И давайте вместе полистаем новогодний каталог. Я вам покажу. Посмотрите как раз цены. И, конечно же, первая страничка. Думаю, у всех есть в заказике такие наборчики. До этого я тоже покупала набор новогодний, поэтому не стала крем для и мыла брать. Но взяла две пены для ванн, потому что они у нас очень хорошо быстро используются. Далее, спрей для ног. Не знаю, как ваш муж, моему уходит примерно вот такой один спрей. Каждые 3 недели я ему покупаю, раз в месяц. Он любит, уже много-много лет использует. И мне всегда приятно, так же, как и окружающим. Думаю, все, кто листал этот каталог, обязательно протестировал аромат. Специально смягчающее средство с маслом черники. И наверняка у всех есть, как и у меня в заказнике, потому что он реально бомбический. Еще лаки. В этот раз я ничего не приобрела себе из лаков, потому что моя коллекция лаков реально уже стала большой. Поэтому, ну вот, как-то до следующего раза, хотя с 70% скидкой, мне кажется, это довольно-таки очень хорошее, выгодное предложение. И еще лаки. Также очень люблю помады Мусс, об этом я рассказывала. У меня, опять же, таки полная коллекция, поэтому нет, уже не в этот раз. Вот они, тени, да, с 70% скидкой. 189 рублей, так они 640 стоят. Еще раз, вот смотрите, какие оттеночки, какие сводчики. Это обалденная база под любые тени, которые вы будете использовать дальше. Будет очень долго держаться. И кроме того, втушевка теней происходит, ну, просто бомбически. Ставим. Это вот реально мой must-have, который я покупаю все время уже много лет, как только он вышел. Без этих продуктов вообще реально не могу. Использую их не каждый день, а вот балую. И мои волосы, они говорят, ах, как мы любим эти продукты. Благодаря этой линейке тоже, в частности, я отрастила свои длиннющие волосы. И все, кто пробовал эту серию, со мной согласятся.
мужские наборы, все это у меня есть, поэтому не заказывала. И, ну, честно говоря, в семье дарить подарки из косметики Oriflame, ну, как-то уже не подарки, потому что все это у меня буквально скупается. Украшения, косметички. Здесь, конечно, смотрите на ваш вкус. Все надо смотреть. Эти мои любимчики бьюти-блендеры. Вот, только что делала макияж, красилась. Вот такой вот, прям у меня намочен еще. Маленький вот такой. Так, что у нас есть? Моя самая любимая, самая крутая маска в Oriflame. Это вот такая ночная маска. Ну вот, кто не пробовал, рекомендую продукт номер один. Нам от компании Oriflame подарили ночную маску на Wish. И перед поездкой я ее как раз попробовала, как новинку. Она мне безумно-безумно понравилась. Вот реально крутейшая. Мне кажется, это самая крутая маска в Oriflame. Я вам обязательно рекомендую. Ну, а я делала съемки со своего балкончика на лайнере. Если вы за мной наблюдали, у меня сейчас идет эксперимент. Это борьба против пигментации. И вот, честно говоря, я даже не знаю, какая серия более эффективна. Серия против пигментации или вот эта серия. Потому что, ну, эффект я получаю. Сейчас я вам покажу скрины. Это эффект от использования двух серий. Вначале это Heaven Out, полтора месяца, и три недельки использовала Novage. Вот результат офигительный. Вы видите сами, насколько лучше стало состояние моей кожи. Кто хочет привести свою кожу в порядок, у кого пигментация, собирайте серию. В каждом каталоге какие-то продукты идут со скидочкой. Если вы хотите сделать подарок маме, подруге, бабушке, вот круче всего это будет, конечно, серия Novage, потому что эти серии реально творят чудеса. Вот, ну, наикрутейшие серии, очень люблю. Потому что косметика – косметика, а вот базовый уход за лицом – это все. Потому что важно ухаживать, важно поддерживать состояние кожи. Это мега крутые будут подарки. Еще один классный подарок по хорошей цене. 329 рублей такой наборчик. Такое наслаждение классное, когда я его использовала, этот комплект. Теперь у вас идет скрабик, такой вкуснейший скрабик. Он сладенький, даже, знаете, такое ощущение, что там есть еще и мед. Дальше вы наносите масочку на 10 минут. Перед тем, как использовать эти два продукта, я быстро закинула в морозилку гель. Его рекомендуется наносить именно в холодном состоянии, когда нанесла. Аромат лета классный, мне безумно понравился все, весь этот наборчик, поэтому как только я увидела со скидочкой, я взяла два таких набора, один подарю обязательно маме и второй, наверное, учительнице в школе. Конечно же, классика, если у вас еще нет, конечно же, рекомендую, потому что бровки это тренд, и все подкрашивают сейчас, поэтому такие тенюшки, ну, я вам уже показывала, не буду еще раз доставать. Если я хочу добиться идеального макияжа, особенности идеальных бровей, после того, как я наношу карандашом либо тенями, я всегда закрепляю вот таким гелем бесцветным. Бровки становятся как у норки, блестящие, красивые, и вот, естественно, реально крутой эффект, поэтому я его обязательно однозначно рекомендую. Так же, как и рекомендую вот такую вот матовую помаду. У меня в копилке их достаточно много, постоянно использую. Это мой must-have. Люблю. Если я хочу, чтобы мои губы выглядели на миллион, не каждый день, но я использую сначала бальзамчик, наношу его. Губки увеличиваются в объеме, и после этого наношу любую помаду, в том числе, например, матовую. Рекомендую однозначно, тоже в коллекции каждой девушки должен быть такой бальзамчик. Тоже хорошие, бюджетные, недорогие кисти с замечательной стоимостью. Кто начинает визажист, должны кисточки такие быть. И вот по распродаже я себе еще потом докупила вот такие два наборчика, они мне нравятся. То есть подставочки, они как раз таки будут под мой интерьер. И видите, сколько у меня кистей. У меня, конечно же, есть Oriflame. И я хочу сказать, что у меня не только Oriflame. В основном я еще, у меня практически все есть кисти MAC. Что скажу, да, они стоят в 10 раз дороже кисти MAC, но также я использую наши Oriflame-овские кисти. Один стаканчик как раз, чтобы у меня все мои любимые кисти, они были. Несмотря на то, что у меня реально большая коллекция теней разных, и я все время все новинки покупаю, вот эти тени у меня наилюбимейшие. И я даже не знаю, когда они закончатся, им уже 2 года, использую их практически каждый день, мега крутые тени.
я считаю, что у каждой девочки должны быть именно вот эти вот оттенки, потому что они подходят всем. И почему-то всегда на них вот только такая скидка меньше не бывает, честно. Уже наблюдаю год, хочу уже заменить эти тени, но нет, скидка такая, потому что, ну, наверное, качество и компания, ну, реально не может снижать цену. Карандаши для бровей мой must-have, Оды пела уже практически в каждом обзоре, они у меня есть, и закупила их по более выгодной, не помню, в общем, закупила их хорошо. Но, говоря, еще не решилась, либо себе оставлю, либо маме подарю, потому что, ну, вот попробовала тонко, честно, ну, что-то вот чуть-чуть, ну, вот какое-то не мое, опять возвращаюсь к этому аромату, сегодня утром опять несла этот аромат, но настолько нравится вот эта вот вода, вот эту, ну, не знаю, маме дам и буду ходить к ней по очереди пользоваться, но все-таки, да, приоритет номер один это вот это, хотя, не знаю, попробую. Какой вам аромат больше нравится, бобы тонко, либо тубероза? По распродаже тоже великолепный подарок, 50% скидка акции. И посмотрите, такие три малышки. Жалею, что купила один набор. Хотела его маме подарить, потому что вот у нее крема для рук вот прям уходит. Но сейчас они настолько мне понравились. Хочется каждый день менять кремик. Тем более такие малышки можно кинуть в сумочку, в дамскую. Если вы куда-то едете, путешествуете, помыли ручки, нанесли кремик. Вот, ну, на ура. Не знаю. Хотела маме подарить на Новый год. Ну, не знаю. Наверное, не подарю. Так, смотрим дальше. Распродажа. Помните, я вам говорила, моя самая любимая тушь? Так вот, эта тушь сейчас 299 рублей. Что я сделала? Кисточка мне нравится. Я просто поменяла эту кисточку на другую тушь и ее использую. Поэтому кисточка так у меня осталась, и я ее использовать буду дальше. А потом буду докрашивать любые другие туши. Но вот каждый день рука тянется благодаря вот... Это кисточка, это моя кисточка за 99 рублей. Может быть, это и дорогая подставочка под кисти, но мне реально нравится. И вот честно, я себе докупила. Под мой лиловый интерьерчик буду одну использовать на рабочем столе под ручки. И вот две у меня будет для кистей. Много ароматов разных. А, по распродаже в первые часы каталога была туалетная водичка. Такая, я не знаю, что-то копеечная, что-то 600-500 рублей, не знаю. Купила мужу, в принципе, это, помню, нравилось. Я ему приобрела. У нас это идет расход. Ну, это вы видели в моих обзорах. Я все время покупаю, потому что больше всего люблю именно этот гель для рук, несмотря на то, что цена у него, ну, достаточно недешевая. Но все время буду покупать этот. У дочки есть такой наборчик. Если бы не было, обязательно бы приобрела. У Маринки самая любимая паста вот эта. Поэтому Марина говорит, мама, наноси мне именно эту пасту. Поэтому у нас мы поделились. Я могу использовать другую или чередую. Но вот как бы это в основном для Маришки сейчас паста. Два крутейших аромата. Это Possess и Giordani Gold Man. Мой самый любимый аромат, который я покупаю себе, прежде всего, это Giordani Gold Man. И его хватает на... достаточно долгое время, поэтому я постоянно покупаю вот такие спреи, в среднем тоже расход где-то один в месяц уже уходит, и вот Possess и Giordani Man, это такие самые два базовых аромата, которые у мужа, поэтому я всегда приобретаю спрейчики. Конечно же, много других ароматов в компании, но это опять же таки подбирайте вместе с вашим любимым, нет, сами выбирайте то, что вам нравится больше. Вот этот продукт я реально люблю. Для меня это самая крутая тональная основа. Я использую два оттенка. Один чуть светлее, другой темнее. И в зависимости от того, какой у меня оттенок кожи, я их миксую между собой, наношу на спонжик. На вот такой спонжик я наношу два оттеночка. В зависимости от сезона, больше чуть-чуть. Там две капельки одного цвета, одна капелька другого. И периодически использую базу, но не на каждый день. Поэтому... всем рекомендую обязательно, это мой must-have, люблю, не покупала, потому что вот-вот только заменила, только приобрела себе. Очень люблю помадки Giordani, но помады тоже, вот видите, они у меня, не буду их раскрывать, безумно люблю. Берите пробники, пробуйте и влюбляйтесь в оттенки. А вы знаете, для того, чтобы разработать вот такой... щелчок, над этим работала целая команда людей, которые, экспертов, вот то же самое, как, например, открывается дверь Мерседеса.
да, над этим звуком работает команда, большая команда людей, так же, как и над щелчком вот этой помады, работала целая команда людей, чтобы вы наслаждались и ощущали это реально очень дорогой, крутой продукт, ну вот классно. И попробуйте сравнить любую другую какую-нибудь бюджетную помадку, как она закрывается. Вот антистресс. Эклат, классика, конечно, также смотрите, рекомендую, хорошие, отличные подарки. Как я говорила, что это честный обзор, и не знаю, наверное, лет 5 не пользовалась этой щеточкой, потому что перешла вот на такие пушистые, после того, как у нас вышла фиолетовая тушь, невероятный эффект, и все. Может быть, стоит вскрыть эту тушь и опять вновь попробовать этот эффект. Единственный минус того, что эта тушь расходится, ну вот у меня буквально полтора месяца, и все, эта тушь уходит. Не знаю, другие туши у меня держатся по 4-5 месяцев. Кстати, как у вас? Одно могу сказать, ну не зря же ее сейчас в заказах покупают от 10 до 50 штук. Значит, она того стоит. И вообще, это самая продаваемая тушь в Oriflame. Как только вот она вышла, и до сих пор никакая тушь не побила рекорд. В завершении еще раз покажу свой заказик, как он выглядит. А, не рассказала вам о таком шарфике. Не знаю, где-то в распродаже он есть со скидкой. Шарфики я люблю и себе приобрела. А, да, это блеск для моей Маришки. Первый блеск для губ, такой цветной. Она очень хотела, поэтому, ну что ж, исполняю ее желание. И да, ну да, конечно же, классика – это wellness. Не буду рассказывать подробно, наверняка вы знаете хорошо эту продукцию. Ну вот и все, это был мой заказ по 17-му каталогу. И если вы за мной наблюдаете, новость этого месяца – я стала официальным обозревателем косметики Oriflame. И компания мне прислала 3 продукта, которых я должна с вами поделиться. Об одном продукте я вам уже рассказала, потому что это был мой must-have, многофункциональный CC-крем против пигментации. Еще есть 2 продукта, после которых вот один продукт, вот это реально для меня открытие, до этого еще в компании этого продукта не было, и я даже не знаю, 2 дня, и я понимаю, что как я без этого продукта вообще обходилась, потому что он подходит на каждый день. Нет, не буду я рассказывать, что это за продукт. Скоро-скоро, на следующей недельке я расскажу о нем. Ну и, конечно же, встретимся на таком обзорчике. Это будет сейл. Мы с вами не увидимся. Я вам желаю успехов, чтобы следующий год был наполнен яркими эмоциями, исполнением мечт, чтобы вы путешествовали по разным странам мира со своей семьей, наслаждались жизнью. Успехов, успехов, еще раз успехов вам.